В Госдуме приняли закон, позволяющий привлекать к ответственности граждан, которые отказываются пускать представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов и диагностики газового оборудования. Штраф для граждан составит до 10 тысяч, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юридических лиц – до 500 тысяч. Роспотребнадзор и волонтеры-медики сообщили о запуске всероссийского проекта «Диктант здоровья», который пройдет с 5 по 12 апреля. Тест включает около 40 вопросов на ключевые темы, касающиеся здорового образа жизни. Проект приурочен ко Всемирному дню здоровья. Принять участие смогут все желающие. 7 апреля во Всемирный день здоровья в Ульяновске пройдет забег «Апельсиновый микс». Маршрут будет проложен по бульвару «Новый Венец». Предложенные дистанции – 3 и 5 километров. Для участия в забеге участникам необходимо иметь при себе медицинский допуск.